News Time. Всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите News Time. И прямо сейчас мы погрузимся в самые яркие события шоу-бизнеса. News Time. Анита Цой показала «Розовый мир». Новый клип певицы посвящен любовному треугольнику. Видео снималось в Калифорнии. News Time. Фанат Рианы ждал певицу в ее доме 12 часов. По сообщениям прессы, 26-летний житель Фуллертона был задержан полицией. News Time. Дорогие друзья, мы продолжаем News Time. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. Отличная новость для наших юных зрителей и их родителей. С 30 мая по 3 июня при поддержке Bridge TV в Москве состоится фестиваль анимации и детских развлечений «Мультимир». Тысячи мальчишек и девчонок встретятся с любимыми героями мультфильмов. В фестивале примут участие Маша и Медведь, Фиксики, Чебурашка и Крокодил Гена, Винни-Пух и многие другие. Нет детей, которые бы не любили мультфильмы. Дети смотрят их по телевидению, мы и с радостью ходим в кинотеатры с детьми на мультфильмы. Также всех гостей «Мультимира» ждет развлекательная программа, вкусная еда, игры, мастер-классы и грандиозный ежедневный концерт. О, здравствуйте! А теперь внимание! В эти же дни с 30 мая по 3 июня в торговом центре «Калейдоскоп» в Москве состоится кастинг ведущего в детскую программу «Baby Time» на Bridge TV. Анкета у участника и текст для кастинга на сайте bridgetv.ru. В общем, нашим юным зрителям скучать не придется. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока! News Time.